В аэропорту Домодедово серьезно задерживаются вылеты двух рейсов Когалым-Авиа в Египет. Один из них уже более чем на 14 часов. Туристов собирались отправить Airbus'ами 321. Но одного из самолетов, по предварительным данным, еще даже нет в Москве. Задержка, о которой, в принципе, перевозчик должен был предупредить пассажиров, произошла, вероятно, из-за проверок, которые сегодня начал Ространснадзор в отношении компании Когалым-Авиа. Ространснадзор проводит проверки воздушных судов авиакомпании «Когалым-Авиа» в аэропортах вылета и прилета. Они включают проверку экипажа, документации на борту воздушного судна и внешний осмотр технического состояния с целью выявления признаков возможных технических неисправностей. Отмечу, что проверки коснутся абсолютно всех судов, которые используют «Когалым-Авиа». По некоторым данным, два аэробуса проверки уже прошли. Никаких нареканий у Ространснадзора нет.